Общий фон моего розария. Новая травиата запрыскана. Вот 4 сезона цветет неутомимо. Вот аскот тоже ветки выбросил 1,5 метра. Следующий раз цветы. Красиво, троянда, цветы. Ванила парфюм. А вот расцветая роза Победы. Вон Ред Леонардо да Винчи уже. Это та, что сажалась в конце апреля. Вот. Желтые розы моего сада. Биролина. Тоже ванила парфюм. Вот. Красавица Керио. Вот тоже 1,5 метра рост взял. Вот расцветают. Вот они спрейки. Это телесного цвета, а это бледно-розовые. Вот они. Никак не раскроются. Жарко им, сильно видно. Это оранжевые. Оранж бэби. Аскот. Это будет распускаться вот череблесу. Вот она, желтая роза, Golden Celebration, вот еще тоже. Одни отцветают, другие зацветают. Она молоденькая, это второгодочка только. Парах тоже зацветает. Вот это красивая оранжевая роза. Угу.
мне кажется, это Луи де Фюнес. Вот она, роза кустовая. Большие кусты. Три куста такие здоровенные. Вон. Будет вся покрыта цветами. Вот они, миленькие цветочки. Вот такие аккуратненькие. Вот они. Вот они. Вот цветочки какие у нее. Бледно-бледно-розовые. Это роза тоже какая-то расцветает. Где-то потеряла этикетку. И теперь я не знаю, что это за роза. Вот тоже какие-то мелкие цветочки, но их много. Не знаю. Танцующая королева цветет еще. Жара сильная. Много уже поскидала свои цветы. Это все цветет. Артемис. А вот новая зацветая жасмина. Вот маленький еще. Ну, только ж первая годочка. Цветает она. Вот эксплопер. Какой красавчик. Вот новая будет зацветать с этих, с поздних, с апрельских. Доктор Массад. Все по сорту пришли. С питомника. Долина роз. Вот она, принцесса Маргарет. Те цветают, те зацветают. Цветочки. Вот по-прежнему цветет Пьер де Рансар. Аваланж никак не расцветет. Вот такая тоже с салатовым роза. Вот он, Пьер. Красивый какой. Когда-то он тут будет красивый. New Fashion. Все еще цветет. Ну это что цветет? То подцветало. Вот еще Кенская еще выдает бутончики. Джефф Гамильтон. Тоже он. Куст хороший нарастил для первогодки. Широкий. Помпанелла. Два куста ее тут вместе тоже рядом. Горит все. Копакабана вон какая. Вот какой цветок красивый ее. Фредерик Мистраль. Быстро отцветает. Жарко сильно у нас. Так что цветы отцветаются очень быстро. Облетают. А вот она, индиголета. Тоже один цветочек распустила. Ну, будет еще. Тоже жаркая, ну, красивая. Сиреневая роза такая. Красивая. Укладка красивая. Акрополис цветет. Шапками такими, вот кисти какие такие тугие, держит хорошо цветок в жару.
Вот он. Вот он, Кроненбург. Выдал цветочек. Дипвотер. Здесь, на этой клумбе, цветет вот Фредерик Мистраль, расцвел. Вот он, наверное, ж Луи де Финес расцвела. Будем потом разбираться с ними. Вот он, новенькая какая-то зацвела. Не знаю. Еще не разобралась с ним. Шнеевальцер большой, крупный цветок. Вот он. Тоже Golden Celebration здесь. Кустик есть. Вот он. Элоди Госюен. Сильнее расцвел. Маленькие кустики. Они первогодочки. Даже саженные первогодочками. Какой-то будет красный. Вот она. Еще желтенькая роза. Ну, тоже не знаю. Здесь еще должен быть Грэхам Томас. Может быть, даже это он. А вот он зацветает декор Арлекин. Здесь тоже один есть он. Вот он держит по-прежнему шапки. Вот он, Айконик, уже цветает. Желтая роза. Софи Роуз цветет при жаре. Хотя и англичанка. Но она держит форму хорошо. Неделю цветет точно. Красивые розы моего сада. Вот они. Все по-прежнему цветут, цветут, цветут. Вот где неубиваемые розы. Ни жара им не страшна. Вот аспирин распустил какие. Там что? Он там понакидал еще. И он плеть какая метровая. Высота на ней. А вот она. А вот чудо. О. О. Бургунд 81. О. Настоящий. Красивый, бархатный. Большой. Величавый. Такой куст. Вот так я вам его. Видно вам? Вон, вообще не видно. А, ну вот он, куст какой. То, что он связан, если бы его развязал, вон бы ж... Да я ж все посвязывала. Иначе ж от ветра все поломало бы. Витраж сильные были. Вот он розовый, тут куст. Пустила его на высоту, надо было срезать под корень. А я ж попробовала пустить на такую высоту. Ну, цветет он, конечно, но... Вот будет зацветать эльф. Тоже распускает. Тоже кустик нарастил себе. Неплохой. Альберик. Цветет он. Маленький, но цветет. Неутомимо цветет. Double Delight.
Аромат такой утром несется от него. Он еще только расцветает. Вот. В том году он быстро сбросил цветы, а в этом году цветет и цветет. Вот он, Боинг. Вальсирует здесь белый, красивый. Он в паре цветет с красным бургундом. Вот, смотрите, смотрятся они друг с другом неплохо. Вот они. Вот два в паре. А вот она, Кнокс. Какая красавица. Всякий цвет есть. И желтый, и оранжевый, и розовый, и белый. Все-все смешалось в ней. О. Первогодка. На той год, я думаю, она покажет себя во всей красе. Будем наблюдать за ней. Вот она, желтая, так расцвелась. А в том году ее не видно было, а в этом году она просто превзошла себя. Не знаю, что за сорт с этой Маликорном. Вот она, вот тоже вместе в паре они как смотрятся, смотрите. Ну хорошо ж, очень красиво. Так, тыкнула две штуки, я не знала, какие они. Нет, на той написано было Маликорн, а на этом ничего не написано. Это я с Харькова привозила два саженца. Тыкнула их просто зимою в землю. И все. Вот он расцветает этот монстр большой. Будет весь вот скоро зацветет такими вот, вот меленькими красивыми цветочками. Сорт, конечно же, я не знаю. Deep Impression вон. Ну, это первогодки. Они так и цветут. Кто лучше, кто хуже. Самый лучший цветет он. Августа Луиза. Вот Шакенбор будет тоже когда-то зацветать. Это тоже с поздних посадок. О. А Густа Луиза цветет себе. Вон какие кусты. О. О. И все. Вот. Грязная-то роза. Но тоже много на ней. Она еще себя не показывает. Это на тот год она себя покажет. Гоча. Вот цветет. Новая роза. Вот он. Аспирин все больше расцветает. Все больше и больше цветов на нем. Пих перпл. Сидеет он. Седину выдает. Это новенький вот цветок. А вот те, что уже расцвели, они седину выдают. Вот он тоже. Эксплорер тоже цветет здесь в паре с ним. Я люблю парами их сажать. Если нету одного сорта, значит сажу несколько. Вот он, вот она расцветает. Бело-роза называется сорт. Вот она, розовенькая цветет. Вот. Красавцы, Керио. Просто обалденные. А листья какие на них. Тоже ж такие самые обалденные, красивые. В этих глянец, вот, вот лист глянец такой, вот светло-салатового цвета, глянцевый. А на этой розе лист не глянец, зеленый, такой темно-темно-зеленый. Вот, зато роза тоже цветет уже, тоже. Ну, что значит чайно-гибридные розы? У нас всегда они цвели.
лучше чайно-гибридные розы. И это вот торнадо это. О, смотрите, что вытворяет. Такие цветы такие очень-очень темные. Вот камера их не передает. Камера светлее они получаются у камеры. А они темные сами. Темно-темно. Вот как свекла. Вот такого свекольного цвета. Очень красивые розы. Это уже. А то ж, вот дожди передают. Дождь, если пойдет, и еще и с ветром, с этим, оно все переломает, все перепортит. Все, никакого. Потом уже цвет. Вон общий план. Какой розарий. Вон розарий какой. Везде, куда ни посмотри, везде они. Вот еще цветет по-прежнему Леонардо да Винчи. Вот он еще столько накидал себе. Я здесь и подращивала его, тоже молодые вон цветут тут под ним. Пересаживала просто, веточку пригибала. Вот будет новый тоже хороший роза. Это какая-то мускусная роза будет. Но это старый мой, прошлогодний. Пьер де Рансар. Ну, слабый он какой-то. Ну, его много очень накидал. Ну, вес этот, высота небольшая. Вот она, атомик цветет. Тоже в этом году первый раз. Посмотрим, что на тот год они нам покажут. Golden Smile. Вот они, желтая роза. Это вот какая-то тоже английская роза. Не знаю, без названия. Лилия будет зацветать. Одну тогда сломила. А вот акита как цветет. Вот. Просто не видно листья. Вон тоже. Это столько цвета на нем. Тоже белый-белый цвет. Смотрите, какая роза. Красивая. Уже цветает тоже. Вон поплавилась на солнце на таком. Солнце пекучее сильно. The Prince. Тоже прошлогодние посадки. Осенний. Ну, хороший кустик нарастил себе. Так и растет. Вот она, не знаю, какая роза. Думала, что это Августа Луиза. Но это не Луиза. Это вот Ванила Парфюм. Если это она. Это цветут Double Delight, два куста. А это вот братья Грим. Вон. Красиво так они цветут. Красивые. А вот он тоже какая-то английская роза. Но я ее тогда сажала. Уже 3 года ей. Она у меня то болеет, то выживает. Вот, ну, в этом году уже разрослась. Я ее вылечила, подлечила. Вот, разрослась такая она. Даже похожа она, по-моему, на польку. Ну, не знаю, что это. Возле собаки у меня тут она живет. А вот еще одна. Вот такого тоже. Это такого... Кто знает, белый с желтизной тоже цвет. Но тоже ж она тоже ж болеет. Это
с весны всегда. Че она тут застывает, что-то с ней случается. Вот она. Пересадила, она совсем почти пропала. Сюда пересадила, думала, ей тут будет в тенечке, хорошо. Теперь надо назад пересаживать эту розу. Джулия Черт. Вот, в этом году она совсем не похожа на себя. В том году она 1,5 метра выросла высоты. Такой куст был красивый в этом году. Заболела с весны, я ее обрезала под корень. И так она слабо себе. И вот она. Это якась розовая, он расцветает, уже не знаешь. И мне это тоже братья Грим здесь у меня посол. А это вот она. О. Вот это цветет уже, когда я вам начала показывать вот этот декор Арликин. И он до сих пор цветет, цветет и цветет. Вот. Ни солнце ему не страшно, ничего. 35 на солнце стоит он, и хоть бы что. Вот это надежная, неубиваемая роза. Кто хочет посадить и забыть, чтобы не той, вот это роза. И будет цвести до самой осени. Он кидает опять, он ветки выбрасывает, он бутоны выкинул. Вот это та неубиваемая роза. Вот лилейник тоже будет расцветать. Вот она. Вот они спреечки сильнее расцветают. Это вот такая цвета оранжевого такого красивого с розовинкой. Это желтая. Это тоже оранжевая, но не такая как-то. Це оранж бэби называется. А це я не знаю, какая это. Это оранжевая с розовым и с красным она вот будет. Це який сорт, тоже не знаю, щось оно в том году не показало ничего, и в этом году так само закуклилося. Ну, это Виктория. Вообще я покупала ее как Виктория. Ну, кто его знает, зеленая Виктория. Они ж разные есть Виктории. Это ж вот Арлекин, а вот же ж есть у меня тут Восточный экспресс еще. Вот они вместе. Вот они теперь вместе живут здесь. Вон, два куста вместе. Вот и Арлекин, и Восточный экспресс. Восточный экспресс тоже был обрезанный под корень. Чего-то он захандрил в этом году. Хотя всегда он у меня был прекрасный. Это ему 4-й год уже. Но... А декор Арлекину это второе лето. В том году ничего он не показал. Я хотела его выбросить. А в этом году хожу и любуюсь. Вот на такое красивое зрелище. Веселый. Надежный. Вот эта роза. Тоже красивая она. Вот она. Плетистая, не знаю какая. Цвет, ну, тоже алый какой-то такой. Ну, вот не определишь. Вот он, клематис мой. Скоро, ну, он долго цветет вообще. Роза тоже еще подцветет, конечно, та. Заходите на мой канал. Смотрите красоту летнюю. Вот. Это столько труда сюда вложено, столько здоровья, столько всего, чтобы вырастить такой большой сад. Ни одной бурьянинки нету у меня. Я все выпалываю, все подрыхливаю. Ну, сейчас рыхлить нечего, дождей же ж нету. Хоть бы один прошел, еще бы раз бы его подрыхлил бы, да и все. Вот, вот цветет эта неубиваемая роза.
Вон какие эти уже, видите, какие покидала вон удочки. Вот я их весною буду все до кучи собирать. А вона залито их такие понакидая удочки, что мама не горюй. Вот. Спасибо, кто был на моем, кто был со мной. Подписывайтесь на мой канал. Гости, подписчики моего канала, спасибо вам всем, что навещаете, что заходите в мой сад. Я ведь прогулку делаю эту для вас, этого сада. Утренняя прогулка. До свидания, до новых встреч.